Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это мастер-класс от мужской компании. И я его ведущий, Горов Вячеслав. Мы все еще продолжаем ловить форель. У нас сегодня просто сказочная ловля форели. Погодка нам благоволит, ветра нет, вышло солнышко, форель клюет, и все хорошо. И мы проведем мастер-класс о зимней малогабаритной катушке. Это катушка Salma Diamond Arctic 10FD, безинерционная катушка, но она для зимней ловли, для холодных условий. Не знаю, как она будет работать минус 30, но минус 15, как сейчас, она работает превосходно. Катушка маленькая, как раз вот для таких вот зимних удочек для блеснения. Свойства ее следующие. Катушка имеет 3 подшипника шариковых, 1 подшипник роликовый. Сама катушка с передним фрикционом. Все прям как летом. То есть, по сути дела, получается, что катушка у нас используется на зимнем спиннинге. Корпус и ротор катушки изготовлены из морозостойкого пластика. Шпуля изготовлена из алюминиевого сплава. Используется широкий ролик для того, чтобы здесь не происходило обморожение лески. Есть вот такой вот флажок для снятия реверса. То есть, видите, она сейчас свободно крутится. Сейчас я щелкну, и у нас заработал реверс. Ручка переставляется. Сейчас в данный момент она у меня с левой стороны. То ловит под правую руку, то ручка спокойно переставляется, ручка выполнена из алюминиевого сплава. То есть катушка приспособлена для ловли в зимних условиях. И вот всего, вот пока я с вами болтал, у меня была поклевка, и я просто не подсек, даже фрикцион сработал. Вот такая катушка Salma Diamond Arctic 10FD для зимней ловли хищной рыбы, для удочек, для блеснения. Пока в данный момент она справляется на 5 с плюсом. Я думаю, что катушку можно будет использовать даже не зимой, а вот осенью, весной, когда прохладная погода. Я думаю, что она вполне будет справляться. Вот в такой комплектации, вот с этой удочкой Salma Pro Trout и безинерционной катушкой получается зимний спиннинг. Это был мастер-класс от мужской компании. С вами был Егоров Вячеслав. Мы разговаривали о катушке Salma Diamond Arctic для зимней ловли хищной рыбы. Подписывайтесь на наш канал, смотрите нас на YouTube, а мы будем продолжать ловить форель. До свидания, пока!